в Риге не был застой. Рига так же, как Таллин и Вильнюс, развивалась. Правда, там был где-то 2009-2010 года немножко так вниз, рецессии. Все равно эти графики идут вверх. Mm-hmm. Это пункт один. Потом, я думаю, довольно позитивно то, что Рига и остальная Латвия не такой большой разрыв в уровне жизни, как Таллин и Вильнюс. Там действительно Таллин и Вильнюс очень отличаются от остальной Литвы и остальной Эстонии. Но получилось так, что где-то начиная с 2000 года, когда Рига была стабильно в лучшем состоянии, ну, на 30%, я думаю, были все показатели лучше в Риге. Таллин был немножко лучше, чем Рига. А Вильнюс как раз вот как в велоспорте с третьего места взял спорт с 20 лет. Выглядит лучше не только Рига, и Таллин тоже, ну, по тенденциям.